За 5 лет существования проекта Dance Битва в нем приняло участие более 300 подростков. Из этого числа порядка 70% школьников остались в команде и сейчас активно помогают местному отделению молодой гвардии «Единой России» в различных волонтерских движениях. Заряд сил и новые идеи, конечно же, мы черпаем из молодежи, которая приходит в наши проекты. Они несут с собой позитив, добро, которые они хотят дарить окружающим. И, конечно же, их добрые сердца и участие. Задумка объединить молодежь путем совместного развлекательного досуга возникла не просто так. Организаторы решили, что именно таким образом удастся выявить активных молодых людей, которые впоследствии захотели бы принимать участие в благотворительности. Мы выходим на улицы в сельских поселениях, деревнях нашего округа и проводим вот такие танцевальные мероприятия. Молодежь видит о том, что можно сделать так круто. В 2020 году, в период пандемии, вся эта творческая и культурная молодежь вышла на помощь и стала работать на благо Ленинского района, помогая тем, кто нуждается. В этом году руководитель местного отделения молодой гвардии и по совместительству лидер проекта Dance Битва Анастасия Матвеева решила подать заявку на премию губернатора Московской области «Мы рядом ради перемен». Большой неожиданностью для всех участников проекта стала победа в ежегодной премии. Мы не думали о том, что у нас получится победить. Мы сделали это для того, чтобы поделиться с коллегами о том, как можно вот успешно работать с молодежью и вовлекать в волонтерскую деятельность. Планы у Анастасии и ее соратников грандиозные. Продолжать имеющийся танцевальный проект по привлечению активной молодежи, а на выигранные в премии средства запустить новую программу забегов в самых красочных местах Подмосковья. Юлия Погосенко, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.